Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 996. События дня. 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. За 7 сентября 2017 года. И объявление. Денис Друковский. Игнатий Тихонович, ваша кровь ведь намного древнее крови Христа. Молитесь лучше солнцу, Ярили, и будет лучше для вас и для всех. Солнце ведь рождает все живое на планете, и людей, и животных, птиц. И планета Солнечной системы является детьми Солнца. Пусть она Татьяна звонит. А Солнце – родитель. Я отвечаю. Варух 3.14. Благослови, Господи, Татьяну. Познай, где находится мудрость, где сила, где знание, чтобы вместе с тем узнать, где находится долгоденствие и жизнь, где находится свет очей и мир. И премудрость Соломона 13.1. Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? И далее Римлянам 1:18. Ну, послание к римлянам тут можно просчитать. Это очень подробно, 1:18. Гнев Божий на всякое нечестие открывается с ним. Неправду человека, подавляющих истину неправдой. Вот тебе это и... Вчера решили тут очистить. Опять наросло много чего. Под большим тополем называем. Домик там. Татьяна Новикова была, Малютина. Целый день там провели. Я 3 раза ездил на рыбалку. Вот так все. По милости Божией. Мы можем посмотреть наши ресурсы. А я и не открыл еще этот. О, да. Сначала ленточный вариант. Это православный форум, 1600 тем.
Вот наш канал сегодня выставлены были. Во свете Библии. Это православный библейский сайт. Это вот мой мир. Тут не открыл. В шапке, где легко переписывается. Очень хорошая система. Ну, на этом пока все.